Привет, ребята! И сегодня я хочу показать вам лайфхаки, но не обычные лайфхаки, а именно с моего канала. Да-да, с моего канала. Вы думаете, почему именно с твоего канала? Тебе заняться нечем? Просто, вы понимаете, очень много пришло комментариев по поводу видео «Как отбелить зубы в домашних условиях». Ссылочка будет в описании. Так вот, это видео просто побило все рекорды на моем канале, что по лайкам, что по дизлайкам, что по комментариям. В общем, просто это побило все рекорды, и я решила снять такое видео «Проверка лайфхаков». Мне писали, что у людей, ну, то есть те, кто писали комментарии, они писали то, что у них там зубы почернели еще больше, зубы выпали вообще, ну, то есть это просто бред. Вот. В общем, сегодня я буду проверять лайфхаки, но перед тем, как начать это видео, не забудь подписаться на мой канал, если ты еще не подписан, а также нажать на колокольчик. Ну, это или когда ты подписан, можно сделать, да и когда ты не подписан. А, нет, только когда ты подписан. Поэтому подпишись и нажми на колокольчик срочно, я слежу за тобой. Итак, для этого лайфхака нам понадобится зубная щетка, вода. Это все у нас находится в ванной, поэтому мы сейчас пойдем в ванну. Но я вам покажу один ингредиент, который у меня стоит здесь. Секунду. Это сода. Я насыпала ее в такую чашечку, и я не буду ее разбавлять именно в этой чашке, с зубной пастой и водой. То есть я делаю всегда так. Я уже этим способом с того видео пользуюсь очень много раз. И у меня ничего не пожелтело, ничего не почернело, ничего не выпало, и кровь нигде не пошла. Поэтому я беру, короче, сейчас я вам расскажу свой рецепт. Я беру зубную щетку, намазываю на нее зубную пасту, ну это все делают, зубную пасту, макаю зубную пасту, которая на зубной щетке, в соду и чищу зубы. Получается так, что два в одном, типа, короче, не надо пачкать чашу. Вот. А когда я... Короче, пошлите. Так, народ, вот это я. Я пришла в ванную. Тут не ходить. Я пришла, короче, в ванную. И здесь всякий хлам. Но я не снимаю румтур, я просто вам говорю, что здесь находится. Вот моя зубная щетка и зубная паста. Ну, это не моя зубная паста, это вообще вся зубная паста, которая есть в нашем доме. Итак, сейчас я буду на камеру, это странно, сейчас я буду смотреть, как я выгляжу, потому что тут зеркало, все в порядке. Значит, на камеру я сейчас буду чистить зубы, это просто отвратительно, я вообще сама брезгливая, но когда чистят зубы на камеру, я вообще ненавижу это, поэтому не брезгуйте, сразу вас предупреждаю. Так, как меня видно? Все в порядке, сейчас не видно, сейчас видно, да. Так, открываем. У меня такого цвета. В общем, не важно, какая у вас будет зубная паста. Самое главное, чтобы сода у вас присутствовала. Так, закрываю. В общем-то, как всегда. Блин, мне все измазалось. Это очень противно. Очень противно. Самое главное, не измазать волосы. Так. Что не попадало. А, я волосы измазала. Вроде бы. Так, теперь нам понадобится сода. И я зубную пасту макаю в соду. Прямо вот так вот, прям, блин. Я вот так макаю. Макаю. Фу, какая получилась. Да. Так, и чищу этим раствором зубы. Гляньте, какая у меня дверь. Красивая, скажите.
старинная такая. Вон там и вот тут. Блин, нет. Или да. Я не знаю. Капельку водички там есть. Мастер. Надо еще соды. Это проходит у меня почти каждое утро, эта процедура. Да. Чистим. Вот, видите, тут есть сода. Вот сода. Я вычищу так поверхностно. Я не буду вычищать прям всю грязь там из них. Хотя они чистые. Все, смываем. Так, сейчас, секунду. Зубы реально побелели. Короче, единственный минус, который присутствует в этом занятии, это то, что сода на вкус, она просто отвратительна. Она какая-то солено-горькая. Короче, попробуйте и сами догадайтесь. Результат на зубы. Тут не видно, но в жизни даже очень они побелели. Они были просто желтыми, как я не знаю кто. А хотя они не были желтыми, как я не знаю кто. Тут, короче, все зеленое в ванной, поэтому оно имеет оттенок зеленого. Знаете, я сейчас выйду в коридор. То есть в спальню. Выйду в свою комнату, в нашу комнату. И там уже сниму результат. И уже потом мы будем пробовать другой способ. Пошли. Короче, я обратно сажусь на свое место. Если видно. Я как чокнутая. Результат очень хороший. Сейчас я секунду, меня не видно, наверное. Результат очень хороший. Как я уже сказала, в ванной. Единственный минус... Интересно, меня видно? Блин, я не знаю, меня видно или нет. Ладно. Единственный минус в этом занятии, это не вырезать. Единственный минус в этом занятии, так это... Песчинки соды просто вы можете проглотить. Это будет настолько противно, что просто можно этого не пережить. Я уже это говорила в ванной. Причем меня было видно. Не знаю, видно меня или нет. Я очень волнуюсь за свое здоровье. То есть, фокус. Так вот, давайте я сейчас немного посижу, что-то съем и пойдем обратно. Подождите меня, я за конфеткой схожу. О, смотрите, какая красота. Это конфетки. Ну, фу, что это такое? Она пропавшая? Ладно, пусть валяется. Я съем кизил. Так, давайте сожрем конфетку. Будем культурными. Съедим конфетку. Вот такого она цвета, это как бенбузл челлендж. А, не, не бенбузл, вот этот. Скажите, я скажу. Кстати, я хочу сделать на своем канале какую-нибудь игру. Например, как у аниме, это собрать на 1000 лайков больше. Но! Я придумала новую игру. Скажите, я скажу. Если я что-то объясняю и не могу это сказать конкретно, то я
То я говорю, скажите, я скажу. И вы мне в комментариях должны написать, что я имела в виду. Если вы отгадаете, то я напишу правильно, молодец. То есть вы от меня еще и комментарий получите. А если нет, то ничего не напишу. В общем, ладно. Еще я эту конфету съем. Пойдем чистить другим способом зубы. Давайте пока я жую, мы поговорим на тему комментариев ваших. Вот честно, когда вы мне пишете там, ты дура, уйди с Ютуба, удали свой канал. Я не расстраиваюсь, честно. Надо быть позитивным человеком и не обращать на всех этих хейтеров, которые просто нечем заняться, как просто обсуждают каких-то новичков в блогерах. Короче, новичков на Ютубе и так далее. То есть им просто нечем заняться. Вот они и осуждают. Если у вас на канале то же самое творится, то пропускайте это все мимо глаз, так можно сказать. Потому что мы читаем комментарии, а не слушаем какого-то человека. Вот. И мне не обидно никак. Мне даже смешно, если честно, когда вы пишете: ой, дура, уйди с Ютуба, у тебя нехорошие видео. Или мне в Инстаграме пишут, там, ты уродина. Ну, или классные фоточки. Ну, это мне нравится, когда мне пишут классные фоточки, или ты страшная. Ты страшная, мне не нравится. Пишите на моем Инстаграме только хорошие. Но пока что я не захожу в Инстаграм. Причем я очень долго не захожу в Инстаграм. Это печалька. Ну ладно. Вот. Поэтому, да. Короче, мне все равно на ваши комментарии, хоть там и спешитесь. Некоторые даже матами мне пишут. Ну, это читает моя мама. Вот. Поэтому, да. Хоть и спешитесь там. Мне все равно. Я не буду снимать видео, как Марьяна Ро, я устала. Нет, ни за что в жизни. Вы от меня такое не дождетесь. На моем канале только поделки, DIY и лайфхаки. Нет. Поделки, DIY и лайфхаки. Все. Ну и развлекательные видео. С моей собакой, кстати, Диана. Диана. День тогда, где моя собака, она. Я не знаю, где моя собака. Боже мой. Но я не съела конфету, но, ну ладно. Вот это... Блин, упал на пол. Ладно, полы чистые, можно ли? Ладно, я сейчас прожую. Нет. Пошли. Вот, мои зубы, наверное, пожелтели. Но мы все равно сейчас пойдем в ванну, туда нам, туда. Сейчас я покажу, куда нам. Вот туда нам, вот в ту дверь, вот в ту дверь. Вот. Я снова в ванной. Вот я. Вот зубная щетка, а это не моя. Посмотрите, чувакер. Ладно, я ставлю камеру. Хорошо, что у меня вот тут вот. Вот, блин, вот. Вот тут вот стоит зеркало. И я все. Ничего. Так, значит, выковыриваем остатки зубной пасты из соды. Она у меня стояла весь день здесь. Фи. Да. Так, берем, значит, соду и водичкой вот так вот ее. Я много ее разбавил водой. Что это такое? Что это? Не видно ничего. Ладно, ничего страшного. Девайте на скалку. Я ее не пополоскала, боже мой, как я живу. Надо пополоскать зубную щетку от меня. От меня. От меня. Да.
Да, у меня зубы пожелтели. Да. От конфет. Так. Блин, мне теперь потом надо пол вытирать. Значит, берем. Хотя все равно потом читать. А, я прочитала. Так, берем. Вот так вот должно это все выглядеть примерно так. Это у нас размокшая сода в воде, которая наносится на зубную щетку и чистится наши желтые зубки. Ну, у кого как. Я чищу привычно. Я чищу привычно каждый раз зубы, потому что, чтобы вы мне не писали, плохие комментарии. Да. Видите, крови нету. Крови нету. Нету крови. Что это? А, это не кровь. Тьфу, это не кровь. Люди, это не кровь. Это зубная паста. Не пользуюсь. А, реально кровь пошла, слушайте. Кровь. Видите, кровь. О, капец. Да, я таким способом, конечно, не пользовалась. И, не, я пользовалась таким способом, но у меня кровь не шла. Это у меня просто десна. Плохие десна. У меня кровотечение всегда идет, поэтому у меня даже из-за обычной зубной пасты идет кровотечение. Это ничего страшного. Поэтому если вы будете писать, ой, кровь пошла, я же говорила, говорил. Да нет, у меня просто кровотечение. В тот раз у меня тоже шла кровь, вы просто не видели этого. Просто у меня пошла кровь чуть-чуть. А тут тоже чуть-чуть, но все. Да. Сейчас я вытру, секунду. Есть одно маленькое предупреждение в этом лайфхаке. Перед тем, как... Короче, не надо сильно давить на зубную щетку, а то вот реально зубы выпадут. Ну, это шутка была. Пошли теперь в зал есть конфеты и прощаться со всеми зрителями. Я вас так люблю. Муа. Твое дело. Пошлите. Я буду снимать унитазик. Тазик, унитазик. Зачем я снимаю унитаз? Я не понимаю просто. Пошлите, выключаем свет, заходим сюда. Сейчас, наверное, надо еще на штатив его нацепить. Но я с вами так пообщаюсь. Короче, вот эти конфетки. Кстати, я снимала на этой... Ой, неважно, о чем я снимала. Дверь открылась случайно, сквозняком. Короче, вот эти вот конфетки. И я прощаюсь с вами. Всем пока. И, кстати, кто не видел вот эти видео, где моя мама, ну, конечно, я ей тоже помогала, я ей помогала делать вот это, вот это ее дело. Короче, кто не видел вот это видео, ставим, ничего не ставим, короче. Кто видел это видео, ставим лайк. 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 Так, ну а вот это новенькое видео, которое скоро выйдет на моем канале, и да, это будет новое видео. С чем шею так выгинать? Я не понимаю. Вот тут тоже видео, а это я лепила в школе.
В школе. Короче, это Джессика, да? Кто не узнал. Короче, всем пока! С вами была я, Анастасия Кальченко. И подписываемся на мой инстаграм, кто еще не подписан. Вот. Блин, у меня зубы как-то противные. Нормально. Так вот, подписываемся на мой инстаграм, мой ник Анастасия Майер 2017. А с вами я прощаюсь. Пока-пока! Пока! Попадаемся чуть-чуть и как-то я как-то не жить, а как